Я вітаю усіх, хто приєднався до ефіру першого міського. У нас розпочинається і триває телемарафон «Кривбас-2025». Я нагадаю, що стартували ми ще 20 липня, і з того самого часу кожного буденного дня у прямому ефірі обговорюємо проблеми територіальних виборчих округів Кривого Рогу. Сьогодні це округ номер 56. Він відносно своїх попередників є досить невеликим. Його територію охоплюють житломасив «Карнаватка», головними вулицями району можна вважати вулицю Українську, Демокріта, а також невелику частину проспекту Поштового, який більшість знає як Карла Маркса. Орієнтовна кількість виборців на цьому участку складає близько 8,5 тисяч людей. Ну і, власне, саме цей округ відкриває центрально-міський район. Ми розпочнемо говорити про цей район нашого міста. І сьогодні у нас у гостях депутат центрально-міської районної міської ради Станіслав Порадовський. Доброго вечора, пане Станіслав. Будемо сьогодні з вами спілкуватися про, до речі, перше запитання, власне, це рідний для вас район чи ні? Центральний міський. Так, це рідний район. Ви його знаєте добре, вивчили, так би мовити, живу роботу в цьому районі. Тож, давайте і розпочнемо, власне, з того, на вашу думку, які зміни головні у районі можна спостерігати? Ну, прежде всего, йде реконструкція центральних вулиць, прежде всего, Поштового. Вот, это сегодня реконструированы парки Маршавцева, Гагарина, строится новый мост от улицы Ленина на парк Гагарина. А, до речі, на вашу думку, наскільки доречним є це будівництво? Тому що думки жителів розділилися з приводу того, чи потрібен там міст, чи ні? Як ви думаєте? Як ну, я думаю, во-первых, он нужен, потому что это сокращает переход жителей на площадь освобождения, вот, она соединяет, как-то немножко срезает путь. И, в принципе, больше людей будет попадать в парк Гагарина вот, для отдыха. Это достаточно удобно будет. Что еще изменилось за последние годы у Центрального міського района? Ну, во-первых, я вам скажу, что большое внимание уделяется, я уже сказал, реконструкции. Прежде всего, улица Карла Маркса, она практически реконструирована. Дальше делается и уже полностью введен в эксплуатацию. Это фонтан наш, вот, это и Вечный огонь, вот, это и театр Шевченко, вот, и многие другие объекты, которые сегодня, ну, наверное, украшают наш район центральноградской. Зараз я пропоную, в нас є невеличке відео, подивитися, як зараз виглядає 56-й територіальний виборчий округ, а потім ми продовжимо нашу розмову. Центрально-міський район є останнім у передвиборчому марафоні, а відкриває його 56-й округ, що відносно своїх попередників є невеликим. Його території охоплюють житломасив «Карнаватка», а головними вулицями району можна вважати Українську, Демокріта, а також невелику частину проспекту Поштового, більш відомого за старою назвою Карла Маркса. Орієнтовна кількість виборців тут складає близько 8,5 тисяч. Історія житломасиву «Карнаватка», що розташований на правому березі річки Саксагань, у північній частині Центрально-міського району, є досить давньою. Вона бере початок з 1860 року, коли ця місцина була звичайним селищем. А ось свого розвитку вона набула дещо пізніше, після того, як поруч з'явилась залізнична станція «Карнаватка» у 1884 році. Також тут видніється єдина на всю округу дев'ятиповерхівка, біля якої встановлено гарний різнокольоровий майданчик, а також сучасний спортивний осередок. Тутешні, які переселились з частини приватного сектору до дев'ятиповерхівки, згадують та залюбки діляться спогадами та цікавинками з минулого. Часто за вулицею називається Гулак Артемовського, а раніше було третій переулок Карла Маркса. Дев'ятиповерхівка давно з'явилася, тут було кладбище раніше. Вот, а на этом кладбище поставили вот этот дом.
он стоит уже, ну, я не знаю, давно. Я считать не посчитаю, но давно очень. Сейчас, конечно, благоустроили все, поставили. Какой магазин отрухали. Тут было два киоска, ну, такие железные будочки. Вот, а сейчас вот хозяйка поставила магазин. Прелестно, прелестный магазин. Смотрите на остановку. Сюда же можно это ожидать транспорт, автобусов там или чего-то. От дождя можно спрятаться. Это очень, мне очень нравится. Площадка вот для детей. У меня внук младший. Вот. Ну, когда он не в школе, он летом к нам все время. Так он отсюда не вилазит. Помітно вирізняються на місцевості 4 та 3 поверхові сталінки, що займають невелику частину проспекту Поштового. Центрально-міський район є одним з найстаріших, а тому у цій частині міста знаходяться переважно старі будівлі. Проголосувати місцеві жителі можуть на території Криворізької загальноосвітньої школи номер 2, що на вулиці Шмітта, 76, у школі номер 28, яка знаходиться на вулиці Українська, 123, у політехнічному технікумі, що на Поштовому проспекті, 66, а також у бібліотеці Криворізького УВП Товариства сліпих, що на Українській, 290. Саме так розпочинається центрально-міський район, який відкриває 56-й виборчий округ та одна з найстаріших частин міста – Карнаватка. Ми продовжуємо наш телемарафон «Кривбас-2025». І ось, поки дивилися, пан Станіслав сказав, що ось та дев'ятиповерхівка, про яку йшлося у сюжеті, це у тому числі доклали зусиль до її зведення представники УТОСу Криворізького, так? Українського товариства сліпих. Ну, якщо відкровенно говорити, це строїлося за гроші УТОСу. І які ще такі, ну, пам'ятні визначні місця для вас у районі є? Ну, если говорить о жилмассиве Карнаватка, прежде всего, это люди. А еще такой исторической памяткой есть подземный туннель. Вот как уже говорилось в сюжете, когда-то была станция Карнаватка. Вот, и есть такой исторический, там тоже подземный туннель, ему уже почти 200 лет. Вот, мы когда заинтересовались этим вопросом, то архивную справочку нам давал наш Криворожский музей. И сегодня там стоит уже памятная доска, вот, которая говорит о том, что это есть памятка культури. Угу, історично. Якщо говорити про те, що хочеться ще змінити в районі, і, зокрема, на 56-му окрузі, який для вас є дуже знайомим, і я думаю, що всі проблеми, які там існують, ви також знаєте, чому ви приділили увагу в першу чергу? Ну, прежде всего, все-таки, это, наверное, дороги. Я вам скажу, что сегодня на Карнаватке дороги в 16-м году где-то 12 улиц сделали, а в 19-м где-то 3 улицы полномасштабно. На сегодняшний день требует ремонта, вообще не видели асфальта, 26 улиц. А вообще где-то их 42, вот мы считали, то есть мы постоянно этим вопросом интересуемся. Это прежде всего то, что нужно сделать. Второе, а якісь зрушення, до речі, чи обіцянка, чи якийсь план, можливо, ремонту цих Діло в тому, що ми ежегодно подаємо план соціально-економічного розвитку району, і ми подаємо вот, в тому, як ми це бачимо, як би ми це хотіли, ці вулиці. Ну, все-таки ж не все одразу робиться. Хотілося б, звісно, це більш так обширно, але я сподіваюся, що це буде робитися постепенно. Ви також обиралися як депутат Центральної міської ради, саме от за округом, у який входить і Карнаватка у тому числі. З якими проблемами до вас зверталися протягом цього часу? Ну, я вам скажу, це, звісно, водоснабження, прежде всего, це старі сети магістральні. Они, им более 50 лет. Угу. Да, ну, кое-что делать, а хотелось бы видеть план замены. Это очень большой вопрос, очень серьезный, и это люди поднимают постоянно.
Вот. Есть немножко вопрос лучше с освещением, но все равно замена на светодиодное освещение двигается, но она не так, как бы хотелось. Вот. Третье – это все-таки благоустройство. И я вам скажу, что нужно сейчас отдать должное даже инициативе жителей. Карнаватки сегодня, ну, такие как субботники, они стали традицией уже. Вот буквально вот недавно, 3-4 числа, был второй этап субботника вот в районе вот этого подземного туннеля на улице Кюри-6. Там детская спортивная площадка есть. Вот. И я вам скажу, что массовость была очень приличная, более 40 человек выходило. И зеленое насаждение, даже жители ромской национальности были, это впервые. Не просто были, наблюдали, такую сведомость, они работали. Хочется отдать должное, и субботники проводили в районе улицы Чудской, на Белой Глине, там возле магазина, тоже по инициативе жителей Карнаватки. Вот. И благоустройство это нужно делать, потому что все-таки район большой, если так вот разобраться в городе, да, то Карнаватка, по сути дела, самый, наверное, большой жилой массив частного сектора. Но только подумайте, если там ходит три маршрута автобуса, 246, 247 и 275, то есть это уже о чем-то говорит. Две средние школы. Вот, в районе. Предприятие промышленное одно у нас, это наше предприятие УТОС. Вот, три детских сада, вот, и достаточно хороших. Они работают, нормально детки в садик ходят. Вот, ну, уже, как говорили ранее, и магазины есть. То есть, ну, хотелось бы немножко вот этого благоустроить, привести порядок. Конечно, ну, охрана, то есть это касается полиции, потому что как-то одно время были патрульно-постовая служба, ездили очень часто. Вот когда вот, только-только это было введение, сегодня как-то уже это стало редкостью. Ну, вдумайтесь, если был ликвидирован районный отдел внутренних дел, центрально-городской, то я думаю, что это только ухудшило ситуацию в районе. Вот. И сегодня, если на весь район, 6 участковых, о чем можно говорить? Тут это питание також потребует... Очень серьезный вопрос, да, это нужно делать. И я уже, как говорил, вот сети, вот. И, конечно, почему сети? Потому что, когда ложится новый асфальт, и тут же через какое-то время он роется, потому что рвет. Порывы. Порывы, да. Район, ну, очень красивый и очень достаточно старый. Поэтому хотелось бы видеть план его как-то реконструкции. Еще я вам скажу, что вот мы уже обращались и к Юрию Григорьевичу, и у ЖКХ. Вот, вот там в районе улицы Кюри есть сброс воды с Карачиновского водохранилища, он с весны до глубокой осени происходит. И там образовывается такое озерко небольшое. Когда мы пригласили туда проектантов, вот, мало того, что там обнаружено еще три источника подземных водных, то есть там можно благоустроить достаточно приличную такую зону отдыха. Вот, и мы с этой инициативой уже вышли. И еще такая вот проблема, которую бы хотелось бы как-то решить, это отселение дальней Карнаватки. То есть последнее отселение было, наверное, лет 7 назад, это вот на Адаманске были отселены, там реконструирован дом и переселились люди оттуда. Осталось где-то порядка 120 семей. Это очень большая проблема на сегодня на Карнаватке, и люди ждут этого уже очень долго. И, конечно... А какие с этого приводу обещанки? Дело в том, что вопрос это не местной власти проблема. Сегодня это вопрос шахта закрытия, то есть это мы уже обращались в мэрию, мэр направляли письма в правительство для того, чтобы профинансировать. Ну, ответ пока в том, что финансирование не предусмотрено. К сожалению, то есть это нужно заниматься. И еще одна такая серьезная проблема – это отвалы. Отвалы и карьеры, которые вот в районе Дзержинки там вот находятся, они все-таки двигаются сюда. Я вам скажу, когда вот дождик, пыль, то, конечно, красненькие там улицы Бейрута, Кременчуцкая – это очень большая проблема.
серьезно. И хотелось бы этим заняться. То есть мы и обращение писали, я знаю, что нас и город в этом плане поддерживает. Мы, ну, все-таки хотелось бы, чтобы вот те экологические сборы, которые есть сегодня, налог так называемый, оставался в городе Кривом Рогу. Щоб щось можна було робити, конечно, для мешканців. Конечно. Що пропонують, власне, мешканці 56-го виборчого округу? Пропоную зараз послухати, тож, будь ласка, відео. Що б ви змінили на своєму мікрорайоні? Хочу, щоб зробили нам набережну, хочу, щоб нам відремонтували наш дом, комунальники. І, в общем, хочу очень много. Вот у нас 2 дня бежит вода, они не ремонтируют. Хочу, чтобы были активны и делали свои дела. И выполняли каждый свой этот самый. Больше, ну, зон для відпочинку не лише на Карла Маркса и, ну, в ту сторону до Парка Правды, а, мабуть, більше там по стороні, ну, в іншу сторону, там Карнаватка і так далі, тому що, ну, місць для відпочинку взагалі мало в тому районі. Я бы очень хотела увидеть чистые улицы, чистые площади. Я бы хотела увидеть больше городского транспорта, троллейбусы, автобусы, которые возят пенсионеров бесплатно, учащихся. Вот это мне хотелось бы увидеть. Хочется видеть чистый город наш. Ну и, конечно, большая просьба к людям, населяющим этот город, соблюдать чистоту, не сорить нигде. Пользоваться урнами, самым элементарным. Не хватает дорог, особенно во дворах, и детских площадок. И негде заниматься спортом детям. Тож, пане Станіславе, як прокоментуєте те, що сказали мешканці, чи всі проблеми вам знайомі, з чим погоджуєтеся? Все знайомо. Я вам скажу, що по сітям водопостачання я вже говорив об этом. Это серйозна проблема, нужно менять сети. Люди знову ж таки про це говорять. Да, этот вопрос говорят, и об этом говорится. И, ну, вот в этом году, буквально недавно, улицу далеку сделали там где-то 538 метров, поменяли магистраль. Это нужно делать. Что касается транспорта, хотелось бы на Карнаватку, на жилмассив, чтобы пошел наш коммунальный транспорт. Это, ну, важно, потому что это будет обеспеченность тоже по 3 маршрутам. Хотелось бы это делать, потому что не хватает. И вопрос, вот, получили все карточку Криворижца, дети, кстати, в школе, а ведь у нас на Карнаватке ходит частный транспорт. То вони не можуть скористатися цією карткою, нет, тому що к сожалению, большому, хотя транспорт ходит, решен этот вопрос, он достаточно регулярно, но редко, сейчас раз в час, потому что, ну, вы понимаете, загруженность во время пик. Я вам скажу так, что мы даже по просьбе жителей и квартальных комитетов даем наш автобус предприятия утром для перевозки детей в школу по маршруту 246 от угольного склада до центрального рынка через 28-ю школу Харитонова, там дети на 60-ю, 25-й лицей. Вот, и до центрального рынка. Ну, один рейс такой мы делаем, и я вам скажу, что он достаточно користуються попитом. Да, да, да. Это в помощь, потому что, ну, наверное, не хватает. А якісь плани є з приводу того, щоб пустити автобус, можливо, чи комунальний якийсь транспорт до вас? Ну, эта ініціатива, я вам скажу, сейчас встреча с избирателями, вот, и квартальные комитеты, жители, все-таки этот вопрос инициируют сегодня. Мало того, учитывая, что вот на смычку идет сейчас вот этот троллейбус, типа автобус, который с дизель-генератором, ну, это, ну, очень хороший транспорт, то есть это Карнаватка, я думаю, тоже этого заслуживает. Вот. Сегодня город купил 28 автобусов, 65 троллейбусов, будут покупать трамваи, реконструкция идет трамвайном, троллейбусном депо, собственными руками, своими руками делают это все. То есть, в принципе, это вполне реально, и такие обращения, вот мы сейчас то, что люди к нам обращались, будем направлять и все-таки инициировать и обращаться к мэрии для того, чтобы
це питання вирішить. На це обратили внимание, конечно, обязательно. В нас, на жаль, залишається дуже мало часу. Фінальне в мене традиційне запитання до кожного нашого гостя. Які три улюблених місця у Кривому Розі, які ви любите відвідувати? Ну, це парк Гагаріна. Вот, это, наверное, улица Карла Маркса. Угу. Ну и где-то вот район цветочных часов. Тобто всі такі одні з найбільш відомих. Да. І хотілося б більше часу проводити, віддихати, от, да, в таке хороше время на жилмасиві Карноватка, все-таки благоустроить і иметь там ту же свою зону отдыха. Кстати говоря, то на Карноватке сегодня где-то 4 детских площадки, 3 спортивных площадки установлены уже, это за вот этот последние 5 лет. Угу. Вот. Хорошие ребята, инициативные есть жители Карноватки. То есть это приятно, потому что не безразличные, не равнодушные и хотят что-то изменить. Ну, будемо сподіватися, що з такими людьми, які мешкають на 56-му окрузі, все обов'язково вдасться. Я нагадую, що ви дивилися проєкт телемарафону «Кривбас-2025». У нас у гостях сьогодні був депутат Центрально-міської районної міської ради Станіслав Породовський. У студії працювала Наталя Болдинська. Я дякую всім за увагу і до зустрічі на першому міському.